полгода не могу поймать лягушку, поцеловать. А сегодня мышеловка. Смотрел интересные варианты, как кошка ест мышь. Вам интересно? В этой несчастной мышеловке находится мышь. У нее осталось последние минуты. Смотрите, она там бегает. Считанные минуты остались. Вы видите? Она испугалась. Мордочку спрятала. Это, видимо, самка, она обычно жирная. Это, видимо, самец. Самец, он очень тихий. А самка, она шумная. Это... Вот, и, вот его спинка, видите? Многоуважаемые, давайте примем решение. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Неважно кто, неважно зачем. Умертвить. Ну, в ведро ложим и... Они погибнут. Как вы думаете, можно дать шанс этой маленькой, серенькой мышке? У нас страна называется Украина. Давайте ее выпустим. Пускай побегает себе, потом вернется. Показываю. Не боится. Пускай бежит. Все. Победила перемога. Нехай собі бігає, нехай собі зустріне свою сім'ю. Ви знаєте, як тут тяжко отак от. І сполона із... Отпустили. А ведь до последней она была обречена. Ну, я гарні люди. Мы еще не знаем, кто кого отпустил. У нас еще не есть возможности вирішувати, кто за что відповідальний.